Всем любителям моего канала привет! Покажу такие, знаете, дешевые покупки, как я говорю, из магазина Кики-Кваки. Но не Кики-Кваки, а это из Теди, из кое-каких других. В общем, на скидке. И я решила, думаю, а почему бы и нет. Вот, значит, первое. Это вот такой вот на Хэллоуин. Видимо, тыква в одеянии. 10 центов стоит. Так. В общем, принесли посылку. Эти я вам показывала. У нас эти напали гусеницы и жрут наши кусты. В общем, отраву принесли. Так, вот, пригодится. Далее, значит, к этому же вот таких мышей. Ну, 10 центов стоит. Сколько? 1,5 евро стоило. В общем, таких мышей. У меня как бы по сезонам, видите, вот они такие мыши летучие. Интересно, они в потьмах светятся. По сезону у меня коробки, и я украшаю перед домом. Так, далее. Свечки были, упаковки я сняла по 10 центов. Это с кокосом. Это лимонным пирогом по 10 центов. Так, это я не себе, это ребенышу-детенышу. Такая корона пушистая, пусть развлекается. Далее, значит, я вам тоже, по-моему, показывала. Такие вот. Ну, готовлю посылку, у него будет день рождения у ребеныша. Так, не моего. Так, это я уже покупала в Кауфланде, рекомендую вам такие вот. Вот эти, кстати, самые лучшие платочки, это бросаете вместе с одеждой, и у вас одежда, вот видите, тут показано. Белое будет оставаться белым, потому что эти пигменты, они ловятся. И, значит, было предложение, вот видите, сейчас открою я. Вот такое животное положили, сову. Но что я планирую? Я ее намочу лавандой и, в общем, повешу. Для чего она еще? Что с ней делать-то? Вот. Повешу ее, чтобы она вот как бы лаванду воспринимала в себя и моль не заводилась. Сейчас покажу вам эти платочки. Ну, эту игрушку положили, как бы предложение было. Так, а видите, она открывается здесь, 28 платочков. Видите, бросаете вместе с одеждой. Я все стираю с платочками, особенно белые вещи. Белые вещи, они у вас останутся белыми, если вы будете бросать такие платочки. Видите, они так вот хорошо улавливают. Есть еще подешевле. Видите, они улавливают. Вот она как бы просеивает. Хорошо ловит. Вот. Рекомендую. Особенно белые вещи стираете, и белое у вас дольше остается белым. Так, далее, значит, посмотрите, вот тоже такое красивое для Хэллоуина. Красивая такая лента с металлической проволокой, ну, чтобы это банты как-то, видимо, хорошо так складывать. Красивая, 10 центов. Так, далее, что? Будем жениться, если пригодится. Тоже тут такая красивая лента. Это я уже укрепила, видите, тоже. Мастерить. Так, далее, значит, тоже мастерить. По 10 центов. Было 1 евро. Видите, handmade. Так, далее. Под леопарда. Покажу полоски, для чего-нибудь мастерить. Так, это вот такие ленты тоже мастерить. Тут, значит, видите, такие ленты у меня всегда пригодятся. Смотрите, тут у нас какие-то тут бабочки, какие-то шестереночки. Рисунок. А сколько, интересно, здесь метров? Ну, где-то 2 метра нормально. Тут у нас для кухни. Кухонная тема. Тут тоже у нас кухонная тема. Так. Сейчас вам покажу, для чего такие штучки я купила. Мне кажется, это довольно-таки интересным вариантом. Так, это у меня тоже кухонная тема. Смотрите. В общем, вот есть у меня такой вот
Вы тоже можете так декорировать. Видите? Вот я думаю, то ли этот кант оставить. Как вы думаете, этот кант оставить или все-таки до конца? У меня еще, кстати, такая есть. Такого уменьшенной копии. Это как бы... покупала я свечки там... То есть, это было такое... Как бы упаковано, в ней были свечки. Вот такие вот свечки лежали. Ну, такие вот. Ну, это можно горшок использовать под свечки тоже. Как бы песок насыпать, и, значит, свечки, чтобы горели. Или под орхидеи. Потому что орхидеям тоже нужно проникновение, значит, солнечного света к корням. Вот. Так что вот. Такая тема с этими стразами. Это страза у нас. Ну, написано, значит, светящиеся, как бы перлин, жемчужины самоклеящие. 385 штук они даже почитали, представляете, красные, зеленые. А, кстати, красные они поменьше. О, интересно. А, ну, правильно, поменьше, побольше. Тут 297. Видите, я уже одну использовала. Так. Далее, что тут у нас? Я вам показывала, хочу сделать фэншуй набор. Видите, тут такие вот вилки, ложки, поварёшки для кухни. Тут я не знаю, что было. В общем, какие-то ленточки, ниточки. И вот этот вот клеится у нас цветочек. Будем жениться, все пригодится. Так, значит, видите, вот это опять. Сделаю на подарки фэншуй наборы. Может, и ведра красиво украшу. Ведра, кстати, где? А, потом покажу. Так, это я купила, значит, мега сильный, значит, гель для волос. Попробуем, что это такое. Гель у меня кончился. Что-то 70 центов стоил. Ладно, пойдет. Так, вот у меня опять лента. А лента всегда пригождаются. Так, значит, у меня, видите, такие ленты, тоже эта лента пригодится. Что-нибудь в народном этническом стиле сошью, может, юбку или что разошью. Сколько тут метров? 1 метр. Не так уж много. В общем, по 10 центов скинули, и пусть. Вот. Тут вот такая вот красивая ленточка у нас. Это уже 1 метр всего лишь. Надеюсь. Да, скорее всего, 1 метр, не знаю, но, в общем, вот такая красивая, технический стиль. Вот, ведра, видите, можно, я вот думаю, вот, обклеить можно вот такими стразами и как бы на веревочку. Ну, если я сделаю, покажу вам. Хочу использовать с этим и кому-нибудь подарить на день рождения. Меня туда не приглашают, потому что это слишком далеко. Но, знаете, человеку подарить, на кухню повесить, будет весело. Пусть меня вспоминает. Так, вот такой тоже этнический узор с оленями. А, тут такие смешные вещи. Смотрите. В общем, вот. Кольцо надо! Кольцо надо! Кольца на... А я с собой его в отпуск возьму. Знаете, для чего? По ночам ходить. В отпуск. Включишь? Весело же. В общем, дитём я. Ну вот. Ну, это такое одноразовое кольцо. Ведь оно мне так нравится. Оно такое силиконовое, такое приятненькое, такое мягенькое. Или во тьме. Или плаваешь под водой. И рыбок привлекаешь. Ну, тут зеленые. И то же самое, видите. Все красные решила оставить. Так, далее, значит, что еще вам показать? Это я не себе купила, очень я таких накупила. Видите, они тоже клеятся. Это у нас тканевые цветы, самоклейки 20. Я говорю, у меня тут родственница занялась рукодельством. Я говорю, ну вот, ребенку сошьешь юбку или платье какое-нибудь, и, значит, украсишь красиво. Только говорю, их надо снимать потом, отшивать.
Они же это, если постираешь, это все же отвалится. Вот. Говорю, на подарки кому-нибудь. Это я тоже ребенку не стерить ее, есть такие бусики зелененькие. Даже ребенушку. Тоже вот такие вот. Симпатичные, кстати, вот эти вот ромашечки зелененькие. Одна только была. У меня было. Будете мастерить, говорю, вот глазки вам. Это пусть тоже клеют, что-то там украшает ребенок. Видите? Красненькие тоже глазки. Это, говорю, пусть мастерит. Это в одно время, видите, у нас 12 центов скинули. В одно время было модно, дети тут мастерили из резинок и кольца, и браслеты. Ну, пусть учится. Лупис, это говорю, вы на ютубе посмотришь, как это дети, говорю, делают. Пусть твой ребенок тоже этим занимается. Потом купила такие ей ребенушу на вырост кеды. Смотрите, ХБ полностью. Здесь вот видите, такой цветочный рисунок. У нас продавали просто или цветки снаружи, но внутри белым. Но я такое говорю, розовый это симпатичнее. Он говорит, ну бери, возьми мне, говорю, розовые. Вот такие. Пусть ходят. Дети вообще обувь снашивают быстренько. Вот такие вот мои покупки. Так что вот имейте в виду. Вот таким образом я украсила горшок. Надеюсь, ничего не отвалится. Но знаете как? Я приклеивала и потом вот брала и вот так вот сильно, очень сильно прокатывала. Мингус волос. Прокатывала по столу, чтобы оно более так сильно прикрепилось. Вот имейте в виду, что надо прокатывать еще, чтобы это все более-менее хорошо крепилось. Надеюсь, ничего не отвалится. Ну, вот так вот симпатичненько, видите, здесь вроде так тоже сияет, сияет и сияет. Так, ребенок сказал мне, где ты такое кольцо положи. Ну, положим ребенка. И эта корона тоже ей. Пусть веселится ребенок. Так что вот такие вот мои покупки. Ничего такого замечательного, в принципе, нету. Но вот я говорю, использую для чего. Каким, видите, канты. Таким образом я обшиваю такие канты. Для этого мне и нужны канты. Ну, это я для чего-то другого хочу. Ну, вот ленточки такие вот, они нужны именно для таких вещей. Для салфеток. Вот такое мое видео. Так что рекомендую вам. Ну, многие знают, что в России вода она такая плохого качества. Вот белые изделия немного спасут. Вот эти вот платочки немного спасут вас. Белое более-менее останется белым. И когда белое с чем-то, оно тоже будет меньше перекрашиваться. Ну, в общем, видите, цветные вещи. Они не будут сильно перекрашиваться и терять цвет. Они цвет не будут терять сильно микрофаза. Ну, они как бы пишут, типа, вы не будете так сильно сортировать вещи. Вот здесь, видите, какие-то молекулы еще. Двухфазная, значит, защита, микрофаза, улавливатель, значит, цвет и молекулы какие-то. Ну, вот эта фирма Beckman, она хорошая. Есть, кстати, от Kaufland, они дешевле, где-то, наверное, на 60 центов, но там качество платочков похуже. Эти лучше. 28 платочков, новые. Чтобы не перекрашивалась вещь, вот они написали. Это более масштабная такая информация. Что-то
только не придумает. Наверняка можно сюда навести, еще больше информации узнать. По-моему, у меня от этой фирмы, если не ошибаюсь, пятновыводители, они очень отличные. На этом я прощаюсь. Вот такое вот видео. Давно я хотела вам сделать видео об этих платочках. Ну вот, получилось. Такое предложение было. Как бы такая же цена, и вот такая игрушка была. И я такая думаю, а эту игрушку я буду использовать для защиты от моли. Налью сюда, на него. Накиньте его крылья вот здесь, под крыльники, или сюда на лапки. Лавандовое масло. Ой, смотрю, он такой удивляющий. Вот они вот глазки, я же говорю, вот они тут приклеены. А вот где тут глазки? Глазки. Я говорю, будешь шить, говорю, вот будешь вставлять глазки. Это не глазки. Всем до свидания, всем до свидания.